Ага, отлично, то есть слышно, видно меня. Ну что, рад всех видеть на нашем сегодняшнем вебинаре, да, который у нас уже стали традицией, да, где мы обучаем именно тому, да, что ускорит ваш результат и ваш рост по карьерной лестнице. Мы отвечаем на ваши вопросы, да, то есть постоянно поступают вопросы разные от разных партнеров с разных городов. И мы собираем эти вопросы, да, и делаем слайды, вебинары и обучаем вас тому, что конкретно нужно вам. Поэтому, я думаю, имеет смысл взять ручки, записать или подготовиться, делать принтскрин экрана, да. Вот, так, ну что, давайте начнем. Кто меня еще не знает, давайте познакомимся. Меня зовут Плешков Олег, я являюсь золотым директором компании Oriflame, также являюсь индивидуальным предпринимателем, работаю полностью на себя, сотрудничаем с компанией Oriflame. Как мы это делаем? Все очень просто, да, вот вы видите, то есть бонусы, премии, полностью легальный чистый доход, как меня найти ВКонтакте, вот моя ссылка, также можно меня найти в Скайпе, да, то есть чтобы задать вопросы там, ну и так далее. То есть смело, спокойно можете добавляться, спрашивать, если вас что-то интересует. Что важно? Что важно, да? Вот важно делать вот эти четыре простых действия. Смотрите, основная наша задача – это поиск, заключение договоров с партнерами и оптовыми покупателями. Да, заключить договор несложно. Важно сделать так, да, чтобы человек был лояльным, да, то есть либо покупал постоянно, либо что, был таким же партнером, как и вы. На самом деле есть простые этапы, и этому тоже нужно научиться. Вообще везде есть, во всех маркетингах обучают техникам продаж там, ну и так далее. Мы с вами не продаем товар, мы продаем идею. Да, идею чего? Идею сотрудничества. И вот тут, да, самое важное, смотрите, у нас есть 4 этапа, да, то есть рекрутинг, презентация, вовлечение и сопровождение. Да, все это доходит до автоматизации, если все делать правильно, да. Итак, давайте пройдемся. План, да, план, смотрите, план сегодняшнего нашего вебинара. Это система рекрутирования, да, что такое успешный старт, потом система сопровождения и обучения людей, вебинары, чаты, рассылки, продуктовая коммуникация, планирование и рабочий день. Что это такое, да, то есть, ну, по каждому пункту, наверное, по чуть-чуть мы и пройдемся. Я не буду в общем сейчас давать отдельно по каждой теме. Вы это сможете узнать на отдельных встречах. Но сейчас я все скажу по чуть-чуть по каждому пункту, да, но самое важное, такую, ну, вот, суть. Итак, система рекрутирования. Вот запомните, когда мы занимаемся поиском партнеров, да, цель – это заинтересовать кандидата возможностью построения бизнеса с высоким доходом. Обратите внимание, мы используем такую фишку. Мы не предлагаем людям покупать со скидками товар. Почему? Да потому что даже Рубльбум и любой там другой магазин предлагает что? Дисконтные карты, скидки и так далее. Но мало магазинов предлагает возможность дохода. Почему мы предлагаем возможность дохода? Потому что на самом деле многих людей интересует доход. Зайдите в поисковик, да, и забейте слово «работа». Сколько раз это слово вбивается в сутки? Сколько людей ищут работу, да, и не могут найти достойную, хорошую? А сколько сейчас молодых мам, которые пытаются в декрете, да, то есть помогать семье? И вот здесь самое важное, да, обратите внимание, почему мы привлекаем именно на доход? Потому что это интересно сейчас людям. Ну, это, в принципе, было интересно всегда. Ну, поставьте там цифру 5, кого интересует доход, да, и, в принципе, вас изначально, то есть, заинтересовал доход. То есть, ну, вот видите, в основном, интересует он всех. Вот, поэтому, как бы, на самом деле все просто. Причем, даже если человек становится оптовым покупателем, он даже со своей покупки получает прибыль, это доход. Да, я всегда говорю, если бы просто надо было бы только покупать в Oriflame, и за это, ну, как бы просто была бы скидка, я бы, наверное, изначально бы не согласился. Потому что ждать нужно продукцию 2-3 дня. Но ради 500 рублей с покупки я готов ждать.
Многие из вас видели, да, то есть скриншоты вот этих вот, ну, заказов. То есть человек сделал заказ там на 5000, оплатил всего 2000. Все видели? В чат скидываем постоянно, да? Вот, вот ради таких денег я готов ждать. Готов ждать 2-3 дня. Это получается, ну, практически там за день, да, то есть по 1000 рублей, если заказ на 5, оплатил только 2. Система рекрутирования, да, где находим кандидатов? Ну, смотрите, есть как бы много способов, да, давайте разберемся. Теплый рынок, онлайн, офлайн, как это выглядит? Если мы работаем, смотрите, через соцсети, да, через свою страницу ВКонтакте, к примеру, то есть мы в своем статусе ставим там объявление, и наши знакомые начинают нам задавать вопросы. Это теплый рынок. Статистика очень хорошая. Большое количество, то есть знакомых, они, ну, если к вам обратилось 10 ваших знакомых, скорее всего, из них человек 7, наверное, 5-6, то есть стопудово зарегистрируются. Вот, это статистика такая, если они пройдут скайп-собеседование. Офлайн. Вы можете сами, если вы уже знаете, да, то есть идею, к примеру, вы понимаете, как работает интернет-магазин, и так в ходе разговора своему знакомому рассказали, подружке, другу, там, я не знаю, брату, сестре, тете, да, там, дяде, папе, маме, я не знаю, как это будет выглядеть, мужу, жене, ну, просто в ходе разговора, то есть сказали, что, в принципе, можно так зарабатывать. Да, то есть не продавая товар, а просто создание сети покупателей, интернет-магазина, быть организатором. Второй пункт. Люди в интернет, которые находятся в поиске работы, это опять доски объявлений, соцсети, ну и так далее. Люди в интернет, которые не находятся в поиске работы, их тоже можно привлекать, но какие-то другие возможности. А холодный рынок, ну это полностью онлайн холодный рынок, то есть это вообще много разных способов, да, можно забить в интернете, там, работа в Facebook, работа ВКонтакте, там, ну и так далее. Смотрите, да, то есть можно креативить, вот, к примеру, вот такое объявление можно скинуть в доски объявлений. Это прям примерно такие объявления скидывают уже известные организации, ну, там, на Авито, там, или еще где-то, можете просто зайти, там, скопировать примерно похоже на нашу работу, да, там, IT, директор там еще что-то такое, IT-менеджер. Вот, и смотрите, в принципе, те же самые условия. И тут смотрите, если вы обратите внимание, здесь есть ограничения какие-то, да, есть условия, что как раз-таки привлекает людей. То есть, а почему я не смогу, да, то есть я же тоже хочу, да. Опрятный внешний вид, там требования, грамотная речь, отсутствие акцента, четкая дикция, можно без опыта работать. Да, то есть, и что человек, да, я такой, там, да, и начинает чувствовать уверенность. Обязанности, презентация товара, консультирование клиентов компании, демонстрация продукции, условия там, большие проценты от продаж, плюс бонусы, плюс премии. Но сейчас смотрите, все крутится вокруг чего? Продаж. Но продавать можно как? Можно с умом. А можно сумкой на плече. В чем разница? С умом это мы с вами. Мы с вами организовываем процесс покупок, да, мы с вами не стоим за прилавками, не ходим по улице, не там, не ходим такими сумками, купи у нас, да, мы просто организовываем этот процесс, чтобы люди сами заходили, делали покупки. Вот это называется продажа с умом. И смотрите, можно креативить, главное, чтобы объявление было, знаете, для обычного стандартного человека, то есть обычного человека, который ищет обычную работу. Не надо сверхъестественно, зарплата 100 тысяч там и так далее, отпуск там, полдня в день работы там и так далее, да? Просто обычно стандартное объявление для обычного человека, который только что, возможно, либо закончил, да, либо уволился откуда-то, но он ищет такую же работу. Так, с этим понятно, надеюсь. Какими методами даем информацию, да, то есть мы нашли человека, кандидата, которому интересна возможность для входа. Можно потом с ним как? Либо через скайп-собеседование, да, либо живая встреча. Можно текст на блоге, либо сайты. Вот как раз я сегодня расскажу про сайт. Про блог я рассказывать не буду, потому что блог – это отдельная тема разговора. Сайт и блог – это немножко разные вещи. Видеозапись вебинара, социальные сети, знакомства, найти точки соприкосновения, да, то есть можно найти людей по интересам, да, то есть если вы очень сильно увлекаетесь там спортом, например, боксом, можете в какую-нибудь группу по боксу там скинуть, да, что-то, объявление.
Вот, только для профессиональных боксеров требуется там вот это, вот это, вот это. Да, и у вас уже есть что-то общее. Мамочки, многие скидывают в группы там про мамочки, девчонки, кто занимается танцами, можно в группы про танцы скидывать. Вы понимаете, у вас есть общие точки. Это дополнительная возможность вовлечения людей. Используйте свои сильные стороны. Один из методов, да, то есть если работаем через соцсети. Я знаю, что вот кто-то вначале боится проводить скайп-собеседование. Бывает такое, что, вы знаете, вот хочешь, да, но боишься, либо не можешь посмотреть на человека, да, либо боишься с камерой там, боишься сказать что-то не то, или тебе откажут и так далее. Вот смотрите, можно, да, то есть текстом иногда общаться, то есть, ну, вот такая вот система, например, заинтересовали человека, он спросил о работе. Да, то есть мы у него просто спрашиваем в письменном все виде электронный адрес. Отправляем сообщение на электронный адрес. В письме ссылка на рекрутинговый сайт, а на сайте ссылка на регистрацию. Вот смотрите, сейчас я вам все это покажу, да, как это будет выглядеть. Интересуемся, получил он письмо или нет. И проверяем ответ там, да, то есть кому будет интересно, как создать свой сайт или форму регистрации, я потом объясню, да, как, где можно найти видео, скину свой образец, да, хороший образец уже у Алии у нас есть, я по ее примерно делал образцу, там тоже смотрел многие вещи. Смотрите, также, да, то есть у нас скоро запустится, кто был на сайте bmd21.ru, там есть удвоение. Раздел удвоения, это ну, небольшое отступление такое. Вот там будет те, кто вступит еще в удвоение, то есть это ускоренный рост за 4,5 месяца, да, то есть человек по-любому становится директором своего филиала. Вот, ну, да, то есть каждый, кто вступит в удвоение, получит свой сайт, уже созданный, готовый вообще. Вот, ну, это мы тоже сделаем объявление, потом покажем. Вот. Какое примерно сообщение должно быть? Смотрите, ну вот человек, да, то есть заинтересовался, мы спросили у него электронную почту и высылаем ему на электронную почту вот такой текст. Вы получили это письмо, потому что делали запрос на информацию о работе онлайн. Я индивидуальный предприниматель, работаю через интернет официально. Даже если вы пока не индивидуальный предприниматель, ничего страшного, пускай будет так. Мы не приглашаем вас продавать и распространять продукцию компании. Мы зовем вас строить свой собственный бизнес, где вы получите высокий доход. Трудоустройство у нас официально. Засчитывается трудовой стаж, есть отчисления в ПФР, да, Пенсионный фонд России, кто не знает, что это такое. Доход идет на личный счет каждые 3 недели. Сумма дохода зависит от созданного товарооборота. Наша основная задача – вывести вас на уровень дохода от 30 тысяч рублей и более. Дальше вы уже будете работать самостоятельно. В моем блоге, там, сайте, да, то есть можете прочитать подробнее о работе. И вот мой сайт. Кому интересно посмотреть, да, как он примерно выглядит, давайте сейчас я вам скину, вот прямо сейчас в диалог, да, секундочку. Прям в диалог сейчас я вам его скину, вы его посмотрите. Кому-то будет интересно, да, то есть можете скопировать информацию. Но там у меня, наверное, есть ошибки, потому что у меня бывает иногда, то есть ошибки делаю. Вот, если у вас еще остались вопросы, свяжитесь со мной в скайпе, я расскажу более подробно, отвечу на все волнующие вас вопросы. Вот так вот можно писать, да, то есть если вы боитесь проводить пока скайп-собеседование, если вы пока боитесь, ну, или не получается у вас, или вы не можете, я не знаю по каким причинам, может быть дети у вас шумят, бегают, да, может быть кто-то вас не поддерживает дома, и там шумно, много людей в квартире живет, то есть можете общаться таким образом. Можете общаться таким образом. Скажите, это может помочь? Ну, дополнительно, да, к вашей работе уже? Вот так выглядит примерно мой сайт, моя основная страничка, да? Смотрите. Добро пожаловать в международный проект «Бизнес-модель 21 века». Вы удивитесь, да, но некоторые люди сами находят нас, я не знаю как, звонят, да, и хотят зарегистрироваться. Вот... Буквально вчера я получил сообщение от, не помню, как зовут, но он живет в Азербайджане. То есть, да, и я, говорит, нашел ваш сайт и хочу зарегистрироваться. А мы там убрали форму регистрации, потому что это коуч-сайт, да, он не для регистрации, он только для работы, ну, для обучения, получается. Вот, ну,
Вы понимаете, да? То есть сайт работает, если он активный. Я просто ту же информацию, которую там на сайте, да, вот взял просто основную и поместил к себе на страницу. Здесь немножко обо мне информация. Внизу там еще какая-то, да, вот тут работа, доходы, наши результаты, контакты. Видите, стрелочка направлена на регистрацию. Вот человек, смотрите, прочитал информацию, посмотрел, как начисляется доход, посмотрел наши результаты. Этот сайт, он, знаете, он создается буквально, если у вас есть готовая информация, сайт создается буквально минут 15-20, ну 30, да, если вы еще не понимаете, в нем нужно разобраться. Вот. Куда он регистрируется, я сейчас покажу. Дальше, то есть, к этой регистрации прикрепляется форма регистрации, вот такая. Ссылка, да, просто дается. Видно? Добро пожаловать в проект «Бизнес-модель 21 века». Все поля заполняются обязательно, иначе регистрация будет невозможна. Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении формы. Тут все, понимаете? Вот бывают некоторые люди боятся оставить ваши, свои серии, номер паспорта. Бывает такое? Вот тут, смотрите, вы можете что ему сказать? Смотри, паспортные данные используются только для оформления вашего регистрационного номера и пароля на сайте компании. Вот тут вот, да, то есть даже текст пропечатан весь, грамотный, он работает, да, то есть он не придуманный, просто так мной, да, вот сегодня, он уже готов, он уже работает много лет. Ну, как много лет? Ну, года два, наверное, да, этот текст уже работает. Во-вторых, серия и номер паспорта также понадобятся для вашей идентификации. Ну, в общем, все грамотно, да, составлено. Куда приходят ответы? Сейчас покажу. Вот, вот они все ответы, да, то есть ответы регистрации. Видно? Фамилия, имя, отчество, дата рождения, Россия. Вот внизу, да, вот написано Азербайджан, 91-го года. Вот так, вот, да, то есть ответы, тут даже написано, сейчас подчеркну. Вот, ответы по простой регистрации. Видно? Вот все люди, понятно, да? Все. То есть, и теперь представьте, у вас есть 5 партнеров. Да, Иван себя нашел. Представьте, у вас есть 5 партнеров. И каждый из них, да, также проводит что? Ну, у него есть такой же сайт, у него есть такая же форма, да, у него также люди заполняют подобные данные. Вы представляете, какой поток людей можно создать? Да? Вот, поэтому на самом деле все просто. Я говорю, если работать, то очень все просто. Да, многие люди, знаете, почему у них не получается ничего? Потому что они ждут, что что-то само произойдет. Нет, работать надо. Даже вот если работать всего 3 часа, но вот эти 3 часа действительно надо работать, а не сидеть тупо ленту новостей мотать. Вы согласны со мной? Да, то есть не бывает ничего просто так. Я говорю, если было такое место, где ничего не надо было денег и платили, ничего не надо делать и платили деньги, я бы тоже туда пошел. Если найдете, покажите мне такое место. Но здесь, смотрите, работая по 3 часа в день, это вот сегодня, да, только что получил сообщение, то есть одного из наших знакомых, да, доход за первые 2 дня 94 тысячи. 94 тысячи, вы представляете? А обучение по созданию сайта, Николай, специально запишу. Вот запишу специально, хорошо? Но те, кто вступит в удвоение, получат готовый сайт и покруче. Ну, как так? У него товарооборот уже, то есть у него много людей, люди купили себе что-то, да, то есть он получил возврат денег, процент. Ну, очень просто. У меня пока максимально в день я зарабатывал 4-5 тысяч, ну, в день. 3-4-5 тысяч в день. Кто-то 90, да, пока. Да, то есть... Не продажи главное, то есть смотрите, у него там просто много людей, все там зашли на сайт, купили себе что-то, представляете, да, то есть супермаркет там за один день, к примеру, зашли там, ну, за один день зашли, например, 1000 человек, каждый себе купил на 1000 рублей, это миллион. Супермаркет с этого миллиона за один день сколько заработает? Ну, согласитесь, много. Вот здесь то же самое, только у нас не супермаркет, да, то есть живой, у нас что, у нас онлайн-магазин. 1000 человек купили себе что-то по 1000 рублей, это уже миллион, да, 22% вернули. Понятная идея?
Да, у нее просто большая база. Если высылаем на e-mail информацию, да, то дублировать ее надо несколько раз. Регистрация проходит именно после повторных писем. Потому что, смотрите, бывает такое, что вот мне некоторые ВКонтакте даже, то есть я общаюсь, да, они мне сразу не отвечают. То есть, смотрите, они интересуются, они говорят, да, мне интересно, но потом не отвечают. У вас бывает такое? Поставьте, пожалуйста, плюсик, у кого такое было. Было. Знаете, что надо делать? На следующий день я этому человеку пишу: «Добрый день, простите, пожалуйста, вы мне не ответили. Простите, пожалуйста, вы мне не ответили». И человек извиняется: «Да, извините, там забегался, забылся, там еще что-то». Да, то есть и уже проходит договор на встрече. 70% из тех, кто забыл вам изначально ответить, то есть прочитал письмо, да, но сперва не ответил, а вы ему на следующий день написали такой текст: «Извините, пожалуйста, вы мне не ответили». В 70% случае люди потом повторно вам отвечают и потом выходят на собеседование. Да, то есть я вот рекомендую, как бы, да, вот это вот, ну, доделывать. А еще, да, то есть цепляющая тема письма такая, то есть если повторно, то есть несколько писем отправлять, и человек не реагирует. У нас есть такой текст, потом можете попросить, да, ссылку я вот скину. Кстати, сейчас скину ссылку. Это ссылка для тех, кто вот для, как их, продвинутых. Так, это не то. Сейчас, ссылка для продвинутых, да? Так, ну, в общем, сейчас у меня ее тут нет, я ее в скайп потом скину. Ссылка для продвинутых, что в этой ссылке? Там тексты, да, вот это вот письма, то, что можно скинуть на электронную почту, там, добрый там день, там, вам перечислена там такая-то сумма, подобные письма приходят всем нашим партнерам каждые 3 недели, ну и то есть еще раз разъяснение работы. Очень работает. Так, пример диалога в письменной форме. Ну, если вот прям вообще, да, то есть я знаю у многих вопрос, а вот что делать, если человек не выходит на скайп? Что делать, если человек, как его там, ну, у него нет возможности выйти на связь, но он говорит: «Объясните мне, пожалуйста, здесь, да, в письменной форме». Бывает такое? Я уверен, не только у меня, да, то есть я надеюсь, у всех у вас это бывает, я надеюсь, вы меня сейчас поймете. Смотрите, ну там, здравствуйте, сейчас удобно пройти собеседование? Здравствуйте, Светлана, в письменной форме или по скайпу? То есть, да, в письменной форме, у меня ребенок спит, там не могу. Хорошо, там мне 20 лет, уровень владения выше среднего, опыт есть там, да, то есть пошел диалог. Хорошо, я являюсь индивидуальным предпринимателем, то есть вначале просто вступительный диалог, знакомство, потом что? Уровень владения, нет, вот. Хорошо, я являюсь индивидуальным предпринимателем, развиваю интернет-магазин хозяйственных товаров. Мне нужны целеустремленные, амбициозные люди для помощи в развитии и построении бизнеса. Вложений в бизнес не требуется. Все мы моемся, покупаем средства личной гигиены. Ваша задача создавать поток покупателей, бизнес-партнеров в этот магазин и группового товарооборота. Вы будете получать от 3 до 22%. Как искать людей, где вас обучат? Тоже бесплатно. Вам было бы интересно заняться такой деятельностью? Да, вполне. Нужно ли знание языков, программирование, высшее образование? Там? Нет образования. Ну, то есть и пошел диалог. Да? Вы можете сейчас фоткать, кому будет интересно. Будет запись вебинара, да, или там я могу скинуть слайды. То есть эти тексты вы просто можете скопировать, вставить потом, да, к себе, ну, к примеру, то есть сделать шаблон ответа. Обучение построено там таким образом, что стараемся подстраиваться практически под всех. Если не успели на обучение, то можно просматривать в записи. Я обычно нахожусь в сети до 22-23 часов по московскому времени. В чатах помощь практически 24 часа в сутки. Ну, вот таким вот образом, да, и просто общаетесь. Я сейчас не буду читать весь текст, хорошо, это, ну, вы устанете слушать мою речь, потому что я не очень хорошо читаю. Вот, поэтому, ну, вы поняли главную идею, да, что если вы не можете или человек не может выйти на скайп, вы можете это просто сделать таким вот образом. Правило 3 О.
Это основные правила и задачи каждого новичка, каждого партнера. Организовывать личный товарооборот, организовывать обучение и организовывать поток людей в команду. Обратите внимание, тут не написано продавать, тут не написано еще какие-то другие слова, именно организовывать. Организовывать личный товарооборот, организовывать обучение, организовывать поток людей в команду. Все просто на самом деле, не надо ничего усложнять, да? Смотрите, есть статистика. Статистика. 100 объявлений на досках – это 100 имейлов кандидатов. 100 предложений на имейл – это одна регистрация. То есть, если мы 100 предложений на имейл скинем, да, это одна регистрация только будет. То есть, вы понимаете, сколько надо скидывать, да? 10 контактов в соцсетях, если будет, да, к примеру, то есть, просто общение. Одна регистрация стабильно. Если мы проведем 10 скайп-собеседований, от 2 до 7 регистраций. Поэтому скайп эффективнее, да, то есть максимально учимся быстрее проводить скайп, либо приглашать хотя бы на скайп, в диалог просто, ну, в диалоге общаться, а скайп будет проводить ваш директор, либо ваш менеджер. 100 регистраций по холодному рынку – это от 10 до 50 рекрутов, до процентов. Ну, и один из них будет директор. Да, то есть, если 100 регистраций вы сделаете по холодному рынку лично, то один из них будет директор. Это уже хорошая статистика. Директор филиала, представляете? Менеджер 12% от 10 ключевых партнеров. То есть, если у вас будет 10 ключевых партнеров, один из них будет менеджер 12%. Старший менеджер директора 25 ключевых партнеров. Ну, если вы хотите стать директором своего филиала, вам нужно 25 ключевых партнеров, которые будут все правила 3О выполнять. Система обучения и сопровождения. Смотрите, скайп у нас есть, да? В скайп-чатах кто есть? Поставьте цифру 5, кто есть в скайп-чате. Есть? Есть. Отлично. Вебинары. У нас есть вебинары, да? Вот вы сейчас сидите на вебинары. И вот я рекомендую вам заходить на все вебинары. Даже если вебинар повторяется. Сказать почему? Потому что, скажите, пожалуйста, спортсмен, который занимается профессиональным теннисом, он отрабатывает один удар. Как долго он будет отрабатывать один удар? Один и тот же. Много лет. Почему? Потому что он всегда будет его совершенствовать. Всегда будут появляться новые, да, какие-то там движения в одном и том же ударе. Вот здесь то же самое. Вы посетили один вебинар, второй вебинар, и все они одинаковые кажутся. Но каждый раз у вас приходит новая мысль, новая идея, и вот такая, опа, можно же сделать другой текст, можно же добавить вот это и попрет, а можно еще сделать вот это. Креативить, да, появляются идеи новые. Ну, понятно, то есть вы идете в правильном направлении тогда получается. Поэтому, да, как и в спорте, да, то есть один удар отрабатывается не, ну, много раз, да, как и у нас, с вами, то есть один вебинар один и тот же посещается до тех пор, пока ты сам не сможешь его рассказать, пока вот, ну вот постоянно, потому что постоянно что-то добавляется. Причем заметьте, да, то есть справа был только ВКонтакте, потом Facebook, потом Авито, ну вот постоянно у нас наполняется. Также чаты ВКонтакте у нас с вами есть, кто присутствует в чатах ВКонтакте, да, тоже много, наверное. У нас там уже сколько, 6-7 чатов. Телефон, можно по телефону общаться. Офлайн встречи, у нас с вами есть офлайн встречи, не забываем про них тоже. Канал YouTube, YouTube канал. Всем рекомендую, кому нужна информация, да, то есть по, кому нужна информация именно по, как его там, забыл. Информация по вебинарам, записям там и так далее, да, то есть постоянный новый поток обучения. Заходите ко мне тоже на YouTube-канал, подписывайтесь, там Плешков Олег, просто в YouTube-канале в поиске вбиваете, и вот высвечивается мой YouTube-канал. Так, Юлия, Шевякова Юлия, вы не знаете, что такое чат? Так, вы, вас, наверное, не добавили в чат, да, получается? Я правильно понял? Вас не добавили в чат? Угу. То есть, кто спонсор, да, обратитесь к спонсору, напишите ему, пожалуйста, пускай он вас добавит. Хорошо? Если он вас не добавит, напишите мне,
Плешков Олег. Контакт, скайп, где угодно. Ага. Идем дальше. Офлайн встреч. Да, то есть, еще раз напоминаю, кто видел фотографии у меня ВКонтакте, к самым активным мы приезжаем в регион и помогаем развиваться. Причем неважно, да, то есть, если даже вы находитесь там в Казахстане, но вы суперактивный, да, у вас, ну, вы активно работаете, даже в Казахстан прилетим и будем помогать вам работать офлайн. Сайт команды bmd21.ru. Этот сайт – коуч-сайт, он обучающий сайт. Там вы сможете, вот сейчас у нас сегодня, да, там создается раздел для партнеров. То есть мы все это время собирали информацию нужную, да, мы и то сейчас там не все сделали, поэтому сайт будет постоянно обновляться, информация будет поступать, но там вы сможете найти поэтапно, да, то есть как, ну, допустим, как человека обучить, например, да, то есть как обучить человека. Как, например, переходит, да, там, кандидат, там, да, новичок, партнер, как человек из, вот так вот поэтапно перевести в раздел партнеры там, и так далее. То есть все это там будет пошагово, какие тексты скидывать, ну и так далее. Вот, пожалуйста, мой YouTube-канал, и тут обратите внимание, есть плейлисты. Вот, подчеркнуто, да, плейлисты, видно? Подчеркнул. Вот плейлисты – это такие же папки в компьютере, то есть разные разделы. Если вас интересует информация о доходах, можете посмотреть. Если вас интересует информация о продукте, можете посмотреть. Если вас интересует информация о бизнесе, то есть разные способы подачи идеи, да, то есть посмотрите именно туда, то есть эти видео, то есть как можно проводить, да. Рекрутинг, обратите внимание. Есть у нас раздел для партнеров отдельно. Где он у нас для партнеров? Он сюда не поместился, наверное, да, то есть там еще есть внизу, добавить еще есть там, а партнеров у нас еще есть. И там, то есть, постоянная информация, то есть, пополняется, добавляется. Поэтому заходите на YouTube-канал, смотрите, изучайте, обучайтесь. Я вам советую ваших новичков тоже вот добавлять в YouTube-канал. Можете создать свой YouTube-канал, да, добавлять все эти видео. Ну, тогда будет быстрее ваше развитие. Сайт BMD, раздел для новичков, пароль. Ну, то есть, выбираем онлайн-работа, раздел «Новичок», пароль 45-56-67. 45-56-67. Сейчас будет доступен раздел «Партнер». Да, потом удвоение. Вы представляете, удвоение за 4,5 месяца стабильно, то есть 100% результат. Выход на звание директора филиала с доходом от 25 тысяч рублей в месяц, да, и более. Плюс премии там, ну и так далее. Вот. Идем дальше. Что пишем в чатах? Да, вот еще такой вопрос. Как сопровождать людей? Что писать в чатах? Ну и так далее. Ну, смотрите, обязательно, да, нужно приветствовать людей в чатах. Вот у вас добавили кого-то, да, то есть будьте активными, пишите. Приветствуем новичка там, да. Делаем промоушен обучения сегодня, то есть вы получали несколько раз. Акции повторяем постоянно, да, вот завтра с утра вы получите поток информации именно в акциях, то есть какие сейчас акции действуют. Мотивация на заказ и поздравления с уровнем, с премиями, первыми новичками, с днем рождения и так далее. Отчеты, итоги дня, то есть тоже можно скидывать, вот такой отчет, такой день, да, так вот провел. Дальше, итоги по инфлисту, кому сколько, до какого уровня осталось, отзывы о продуктах, все это скидываем можно в чатах, то есть ведем диалоги, общение. Да, можно по интересам создать свой чат, если у вас там есть. Вот у нас есть чат мамочек, я знаю. Там девочки по интересам общаются еще дополнительно. А, личные покупки на любую сумму, да? Вот. А, как вот вы сделали заказ, к примеру, и видно, да, то есть заказ на 2400, оплата 195 рублей. Это надо скинуть в чат. Это надо скинуть в чат, чтобы все увидели. Нифига себе какая. Причем это сделал один из новых партнеров уровня 6% заказ. Представляете? А скидка-то какая бешеная. Как делать 100 баллов, да? То есть, если вы перешли в раздел партнеры, то есть, научитесь делать 100 или 150 баллов. Как делать? Очень просто. Обратите внимание. Вот, да, то есть, заказ на 4, а оплата 2200 всего. Просто стали 100% потребителем. Да, то есть, перестали ходить в чужие магазины. И все. Как скидывается мотивация на рекрутирование, да, то есть помощь своим партнерам. Обратите внимание,
Дарья, да, вот здравствуйте, работа интересует, там, здравствуйте, там, да, ну и пошло-поехало общение, да, работа в интернет-магазине, там, ну, то есть, как общается она, как договаривается на скайп, как с Сергеем договорилась на скайп, Инга Иванова, кстати, Инга, ты здесь? Нет, Инги сегодня нет, да, ну вот, она буквально недавно присоединилась к нам, да, и сразу, она сразу, вот, первое свое общение, сразу все начала скидывать в чат. То есть, понимаете, да? Вот. Уважаемый менеджер, с уровня 9 процентов, ну и выше, да, у менеджера обязательно должен быть свой чат. Вот обязательно. И это без обсуждений. Это требования наши такие, да, для того, чтобы человек стал директором, ну, дальнейшего своего филиала. Расписание общей команды наше с вами, да? У менеджеров еще есть свои отдельные планерки. Но это общее, как бы у нас с вами расписание пока такое. Запишите, сфоткайте. Сегодня у нас идет что? Сейчас у нас с вами идет вот, да, общая планерка для партнеров. Но это, знаете, больше не планерка, наверное, больше такое обучение. Вот, планерка немножко в другой форме проходит. Она у нас тоже будет общая, да, где мы будем подводить итоги. Вот, но пока как-то так. И это в форме обучения пока у нас с вами идет. То есть запустилась только первая неделя каталога, да, кто-то уже 94 тысячи заработал. Итак, обязанности ключевого партнера. Научиться делать 150 баллов, научиться делать одну регистрацию в день, посещать все мероприятия команды, коммуникабельность, знакомство новичков со спонсором. Все эти критерии надо выполнять. Работа с ключевыми партнерами, совместные созвоны с новичками, проведение ВВО, участие в других вебинарах. ВВО – это презентация. Ежедневный план действий по рекрутингу. 150 балл бонусов – это внутренняя валюта компании, то есть балл бонус. Один балл бонус в среднем от 30 до 40 рублей. Ну, это заказ, да, личный. Его нужно тоже организовать. Вот. Как это будете делать? Ну, каждый по-разному. Я как сделал? Я маме в Москву позвонил и говорю, мам, короче, вот, каталог я тебе сейчас передам, да, то есть сделай там заказ. Девчонок там своих, да, ну вот, я организовал. То есть, ну, как-то так. Просто создаем, организовываем. Вот. Причем обратите внимание, что такое, да, вот требования, что такое обязательная работа. Ну, представьте, вы устроились в Сбербанк. Одно из требований – ходить к 9 на работу и уходить в 9 с работы, 12 часов. Одно из требований будет делать каждую неделю ревизию или что там они делают. У меня знакомый в Сбербанке работает, иногда в час ночи уходит. И вы просто, это требование, понимаете? Если человек, и если она выполнять их не будет, она ну, не сможет там зарабатывать деньги. Вы согласны? Скорее всего, либо ее уволят, либо ну, не получится у нее там ничего. Вот. Здесь как бы, да, мы не можем вас уволить. Вы партнеры, да? Вы не работаете на нас. Мы работаем с вами вместе. И здесь получается, это требование для того, чтобы вы просто зарабатывали большие деньги. Вот и все. Да? Вот. Людмила там работала, кажется, да? Если так говорит. Ну вот. Активность. Все, кто размещает заказы в первую неделю, все, кто разместит заказ в первую неделю, все, кто разместит заказ в первую неделю, участвуют в розыгрыше 500 рублей на мобильный счет. Все, кто разместит заказ в первую неделю, участвуют в розыгрыше 500 рублей на мобильный счет. Вот. Это, ну, такие бонусы. Вот, я вам скажу по секрету, среди участников удвоения, кто вступит в проект удвоения, будет разыгрываться iPhone 6. Ну, это так, чтобы вы знали. Татьяна, заказ примерно, ну, 5000, наверное. Зависит от продуктов. Ну, Людмила, кто-то знает, кто-то нет. Итак, вопрос-ответ, да, какие у вас вопросы остались ко мне по пройденной теме, да, по пройденному обучению? Может быть, что-то я не договорил, да, может быть, у вас еще остались ко мне вопросы?
Есть вопросы к ним? Вопросов нет. Ну что, я хочу вам пожелать, самое важное, новых результатов. У нас каждую неделю будет поздравление новых результатов. И на этой неделе, вот вы увидите, будут поздравлять опять новые результаты именно с нашей команды, их будет много. И я хочу, чтобы это были все те, кто присутствует сегодня на вебинаре. Я вам желаю не лениться, каждый день тратить по 3 часа, но активно работать и при этом зарабатывать свои 40 тысяч рублей. Всем большое спасибо, всем пока.